Всех привет и приятного просмотра. Продолжаем мы проходить FIFA 20, господа. И у нас впереди еще 4 тура осталось, господа. 4 тура. И на 2 очка отстает Манчестер Юнайтед. И Арсенал на 3 очка отстает от нас. Это просто колоссально. У нас остались не суперсильные команды, которые мы можем, но в основном мы можем потерять очки. Так же, как и все лидеры могут потерять очки. Вот такой поворот событий. Нам очень надо, чтобы мы побеждали каждому в этом матче. И мы будем сейчас пропускать календарные дни. У нас 2 дня все ждают отдохнуть. 2 дня, господа. Очень притык в этот последний, можно сказать, 2 матча, которые у нас было в последнее время, получается. У нас пресс-конференция. Давайте перейдем в пресс-конференцию, потом посмотрим, что там за сообщение. После сообщения можно будет решать, что нам дальше делать. Так, команда провела хороший сезон, победила в последних матчах, вывела вас в Лигу Чемпионов, так понимаю, да, мы пройдем по турнир, мы пройдем на турнир, как и хотят. У нас нет никаких сомнений в том, что мы будем играть в Чемпион Лиги, я так понимаю, если сезон игроки дальше так. Пока у вас никто не смог обыграть. Вы считаете продолжать серию без поражений? Чтобы продлить нашу серию без поражений, следующий матч нужен как минимум ничья. Но ничья нам приближит матч с Юнайтед. Но у нас по голам слишком много, колоссально. В прошлом матче без особого труда забили 2 гола. В матче против Уотфорда так. Я не знаю, как Санчес Флорес планирует играть свой матч, но мои игроки в любом случае будут, короче, играть хорошо, да, можно так сказать. Ну что, спасибо всем, уже дальше к концу. Спасибо, до свидания. До свидания, пресса. Рад с вами были пообщаться. Так, что у нас тут? Я в хорошей форме. Да, так, я подумаю, но это не факт. Ну, скорее всего, нам придется его выпускать, потому что у нас сейчас Сака вообще нереально. Так, травмы, травмы, травмы. Ты у нас готов играть замечательно. Так, Сака у нас уставший. Нападающий тоже у нас уставший. И защитник у нас тоже уставший. Очумей просто. Все просто очуменно. Так, ладно. Ну, Сака пускай отдохнет, а этот все-таки хочет выйти на поле. Ну, давайте дадим тебе надежду. Поиграешь ты у нас. И опорник тоже поменяем на всякий случай. Все. Больше у нас меняться ничего не будет. Там все равно перерыв будет хороший. Можно сказать. Может быть, что-нибудь. Ну, посмотрим, что из этого будет. Погнали, господа. У нас впереди Уотфорд. Очень сильный соперник. Тем более мы играем в гостях, господа. Играем в гостях. Такое ощущение, как будто наш игрок стоял в очках. У меня такое чувство было. Не знаю почему, но такое чувство было. Офигеть, что запас. Ух, он врезался даже вот это. Он переходит к матчу уже. Футбол нас снова здесь собрал, и это здорово. Мы на Викоридж Роуд, всем привет. Константин Генич и Георгий Черданцев комментируют эту встречу для вас сегодня. На ваших экранах английский футбол. Смотрим премьер-лигу. Константин, отличная игра нас ждет сегодня. Спасибо, Георгий. Думаю, хороший футбол мы сегодня должны увидеть. Обе команды готовились к этой игре и постараются сегодня взять 3 очка. Будет ли это просто или нет, мы узнаем. Но точно будет интересно. Много разговоров ходило в медиа и социальных сетях о нем. Интересно, что он сегодня покажет. Появились слухи о том, что текущий сезон станет для него последним в клубе. Если это так, то это будет колоссальная потеря для команды. Да, довелось очень много информации на эту тему прочитать до игры. Конечно, как обычно, в таких важных ситуациях бывает сложно разобраться, где же правда, а где вымысел. Но тут нужно понимать сам факт. Игрок, он уже опытно играет в команде давно. И, честно говоря, рано или поздно настанет время уходить. И, может быть, оно вот так незаметно уже оказалось здесь. Так.
Уотфорд начинает игру в таком составе. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. На экране стартовый состав гостей. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Вот и все, стоп, господа. Первый удар. Начинаем мы играть. И игра началась. Ах, блин, мяч не успели уверенно отнять. Уверенно два боря сыграл, и за боковой будет вбрасывать. Переходят они в атаку. Навес напрашивается. Да, хороший навес. Ух, не какой пас, вы видели? Вот это был пас как пас. Ищет возможность для удара, судя по всему. Мяч убиваем, замечательно. Мяч у нас. Опасная ситуация. По флангу. Настрой у них сегодня должен быть максимально боевым. Хороший пас. Великолепный проникающий пас. И это гол, господа. Быстрый гол. Отлично сыграли, и ничего удивительного. Они умеют это делать, как-никак. Лучшая атака лиги именно в этой команде. Укрепил забитый мячик. Место в таблице. Они по-прежнему в Лиге чемпионов. Будем и дальше следить за изменениями в турнирной таблице. Сегодня они еще точно будут. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Ну что, вот судя по сегодняшнему матчу, первое место этой команды вполне заслужено. Согласен, Константин? Да, безусловно. Все-таки количество очков, которые они набрали в сезоне, оно говорит само за себя. Ах, блин. И как он дальше мячом распорядится? Снова хороший пас, но еще один пас. Няш, и снова выходит у нас игрок. Что-то он может придумать с мячом сейчас. На такую удар. Же позицию, но вратарь просто вытаскивает мяч. Мяч остается у нас. Назад пас. Джейдон Санчо. И тут удар. У нас второй гол, да? Да, он делает быстрый дубль. Мы просто уничтожаем. Не остановить эту машину. Как бы ни играли против них, как будто не замечают они усилий соперников. Играют в свою игру. С виду вроде бы все просто, но за этим, конечно, стоит большая работа на тренировках. Браво! Доволен тренер. Команда ведет с хорошим запасом. Хороший был пас. Счет теперь, кто знает, может быть, еще голы мы увидим. Стоит упомянуть, ах, что блин, по итогам сегодняшней игры команда может оказаться в зоне Лиги чемпионов турнирной таблицы, поэтому игроки должны быть сверхмотивированы в этом матче. Ну, не будем забывать, что Лига чемпионов — это не только престиж, там есть сильный финансовый стимул. Клубу проще привлекать новых сильных игроков, ну и, разумеется, болельщикам тоже приятно. Так что бороться, мягко говоря, есть за что. Еще один пас. И тут у нас подкат мяч хороший от Фосфорда. Пока Фосфорда у нас захватывает мяч. Снова пас от него. И открывается партнер под атаку. Он уходит от опеки. Катают, ну что ты будешь мяч делать? Ну что ты будешь делать? Ах. И подает. Навес. Мяч наш. Навесить мяч получилось, вот только адресата мяч не нашел. Блин, мяч теряем. Борются они за мяч.
Еще один пас. Вряд ли можно в данной ситуации. Ну что ты будешь делать? А? Перехват был хорош. Играет в пас команда. Да ё-моё, а? Мяч у нас уходит. Так, у нас угловой, получается, я думаю, от нас мяч уходит. Нет, на самом деле нет. И тут у нас вратарь хорошо отбивает мяч. Блин, ну как его потеряли-то? Травма, судя по всему, какие-то мышечные травмы. Неудачно распорядился игрок мячом, и соперник не применил этим воспользоваться. Могут хозяева. Что-то у нас очень все плохо. У нас подавать мяч после рикошета ушел за лицевую. И прямо в центр штрафной. И забирает эту подачу вратарь. А будет это игрока поменять. Очень срочно поменять это игрока. Я думаю, прессинга мы от них не увидим. Так, будут снова они ждать, у нас мяч. Мяч к ним сам придет. Даем навес. И тут один на один с вратарем. Это гол. Да? И офсайд был. Нет, это гол. Это гол, господа. Это гол. Голова не только для того на плечах, чтобы думать, но и чтобы ей играть. Это, господа, гол. Просто замечательно. Забитый мяч укрепляет их позиции, и они по-прежнему проходят в Лигу Чемпионов. Да, в таких матчах очень важно не переставать давить и сделать все для результата, иначе в Лиге Чемпионов будет играть кто-то другой. У тренера все хорошо. Его команда не замечает сопротивления соперника на поле. Шестой гол, поздравляем тебя. Так, надо смотреть, кто у нас вообще получил травму, и надо заменить его. А, все, нет, все, травма пропала, господа, травма пропала очуменно. Все-таки он выздоровел, прям на поле, хорошо. Это потому что плюс то, что он по-любому без травмы будет, скорее всего, если не ошибаюсь, раньше FIFA такое было. Он хороший пас с апом. Делает навес, и тут удар поворотом, и это хет-трик. 4-0 в первом тайме, господа. Это просто колоссальный разгром уже. И это еще первый тайм не заканчивается. Впереди еще первый тайм будет. Очуметь просто. Великолепно исполненный третий гол записывает на свой счет этот игрок сегодня. Продавил он все-таки оборону. Ну что, Георгий, ждем покер? Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще. Конечно, он вряд ли поднимется и будет среди лучших бомбардиров, но это есть шансы, если он будет забивать по 5 голов, может, за матч. Но это вряд ли такое произойдет у нас. Вот дубль. 17-й гол у него. Очумено просто. И продолжают забивать и забивать. Дается их. Ну, давайте посмотрим, что из этого дальше будет выходить у нас. Снова без мяча у нас. Остаются они. И как он дальше мяч? Какой пас? Какой пас? И мяч у нас поворотом, и мы забиваем еще один гол. 5-0. 41 минута. Что-то все летит прям. Какой мощный рис. Ворота. Не удар, все, ворота летит. И вот разрыв увеличивается, а оборона соперников даже и не чешется. Ну и какие-то шансы... Есть один интересный момент. И, наверное, надо их применять прямо здесь. На будущих фифах. Наверное, будут они у меня. Солидное преимущество. Отыграть его по такому матчу это будет вообще нелегко. Нереально. Все, Уотфорд просто простел у нас. У нас мотивация. Мы на первом месте. Который на 2 очка отстает матч с Юнайтед. На 3 очка отстает Арсенал Лондон, господа. Первое удалось место просто. Мы должны в этом сезоне выиграть этот премьер-лигу. Наконец-то за столько времени. Хороший по задумке пас. Хороший пас. Вообще почти выходим.
Передержал мяч, и мяч забирает Гулки вратарь. А момент-то был отличный, пробей он тут чуть акцентирование, и у вратаря были бы серьезные проблемы. Добрый мяч у нас теряется. Санчес. Ух, какой переход замечательный. Да ё-мо, ну ты оттолкнулся от него. Мяч. Опа, перехват. Все, свисток. Матч за первый тайм закончил счетом 5-0. Пока что у команды все хорошо, еще играть 45 минут, но в данный момент они в зоне Лиги Чемпионов. Разумеется, итоги мы будем подводить по окончании матча, но пока в этой системе координат признаем, свою задачу команда выполняет. Ну что, господа, продолжаем дальше. Там 1-0 Челси проигрывает, нифига себе. И мы переходим ко второму тайму, который второго тайма мы ведем 5-0 в первом тайме. И то, что мы начинаем, я ничем первое. Да, тут уже мы победили. Хорошие 5 голов, в которые мы сейчас уходим на то, что сейчас таких колоссальных моментов не будет. Да мне даже интересно стало, какая команда больше всех, я уже честно не помню, голов забил за всю лигу, точнее всю премьер-лигу, больше всех голов, сколько забил, больше всех команд забил. Если не ошибаюсь, скажите, это был Манчестер Сити. Приходят они в атаку. Не могу ошибаться, на самом деле. Премьер-лига все-таки молодая, относительно всех. Луис Абрам. Ай, блин, ну как так можно? Тащит он мяч вперед сейчас. Уходит он от защитника. А у них следующая игра против Норвич Сити будет. А нас показывает интересно, а фиг узнает. Пас вперед. Ух, есть. Да, с Астон Вилла у нас это соперники, у нас хороший пас. И тут будет покер. Покера нету. Слишком сильный. Удар выше ворот, да, согласен с этим. Ну тут еще человечек помешал чутка, из-за этого может такая фигня и вышла. Ладно. Ну что, господа, собираемся играть дальше матч. Ну и как всегда, чутка утихло у нас в атаке и все остальное. Нифига ты тут кто играет здесь. Может что-то из этого прохода получится. Ай, блин, наш игрок а упал. А как насчет навеса здесь? Все-таки офсайд. Забрался в офсайд игрок, и боковой поднимает флаг. Что не нам знаю, там предлагают? Давайте заменим офсайд, его. Но ведь он оказался прав. Замена в поле покидает один из лучших игроков матча. Только послушайте, как благодарят его болельщики. И действительно есть за что, ведь на нем сегодня держалась вся команда. Титул лучшего игрока матча у него в кармане. Погнали дальше играть, посмотрим, что это будет дальше. Ну, пока 3 очка у нас 100% есть в этом турнире. На текущий момент. Ну, для этих ребят все отлично. На данный момент они выходят в Лигу Чемпионов. Да мы 100% выходим в Лигу Чемпионов. Бросает в бой свежие силы, тренер, хозяев поля. Действительно, сейчас произойдет замена. Какой вынос, шанс был еще один удар нанести поворотом. Не, у нас 100%. Мы 100% получаем возможность Лиги Чемпионов. Куда ни крути. А вот то, что мы премьер-лигу выиграем, еще по знакам вопросов. Я еще не знаю, как Манчестер Юнайтед и Арсенал сыграют в этом матче, в этом турнире. Мяч летит в центр штрафной. Ай, блин, мяч мы теряем. Последние два матча у нас будет там есть где разбежаться. По отдельности, а будет? Там уже штрафной и заканчивается подавай. Будет сезон. Хорошо разобрался в эпизоде. Ворота спас. Мяч отбил подальше. Все верно вратарь сделал. Мяч у нас и уходит. И будет аут сейчас. Мяч у нас уходит. И около наших ворот. Замена у нас будет. Ходит мяч у них. Какой хороший удар, да? После навеса. Давайте поменяем его, дадим поиграть другим игрокам. Слышите, болельщики явно оценили действия этого игрока.
Еще бы, он действительно сегодня сыграл очень ярко. Думаю, это главный претендент на звание лучшего игрока матча. В центр штрафной пошла подача. И бьет он. Хороший удар. Вот так надо играть в обороне, вовремя блокировать удар. Мяч-то хорошо идет. И обратно они себе мяч возвращают. Где вы так играли в первом Через тайме, одного а? Игрока атака сейчас развивается. Ну, мы чутка утихли. Нужно пробовать. Хороший удар. Опять по воротам нашим. Ну, вратарь отбивает себе. Забирает себе. Точнее, не отбирает, а себе забирает мяч. Спокойно. А на трибунах снова пас у нас. Полнейшая тишина. Да, приуныли болельщики. Праздновать-то особо нечего. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Ай, блин, свисток, как это обидно. Штрафной. Вратарь намертво забирает мяч. И как он дальше мячом распорядится? Опасный момент у наших ворот. Старается Восфорд что-нибудь придумать. Но остается очень мало времени и... Это уже нереальным отыграть 5 мячей, которые мы забили в первом тайме. А сейчас что-то утихли, ничего не забиваем. Вообще никаким чудом. 81-я минута. Пас на ход, может быть интересно. Нет, офсайда нет, даем навес. И что-то может тут получиться. Хороший удар поворотом, но это прям вратаря. Вратаря забирает себе мяч, и он выбивает в аут, да? Слышно сейчас то, что думают фанаты про футбол на поле сегодня. Явно ниже своего уровня играет команда, и им нужно завестись сейчас, чтобы показать хоть что-то в этой игре. Отдает он мяч партнеру. И разрезающий пас на ход. Играет он на партнера. Катают они мяч. Да ё-моё! Уотфорд все-таки отбивает мяч. Мяч из-за боковой будет введен в игру. Вся команда сидит в обороне и даже не собирается атаковать. Какой удар! Блин, я думал гол. Рядом со штангой. Я уже думал, что будет гол. Хороший был удар, но, увы, не точен. Чутка не хватило, чутка. Вот капельку не хватило ему, а? Что, забить? Гол. Две минуты осталось играть в основном времени матча. Да, это уже копейки, господа. Мы победили. 3 очка у нас. Хорошо, он в этом турнире играть. Это просто замечательная Хорошо, новость. Идет. Играет у нас Астон Вилла, тоже так, неплохой Вестон соперник. Сыграл вратарь в этом эпизоде. Это у нас будет угловой. О, а тут рука, наверное, была. И прямо в центр штраф. Выходит голкипер, и опасность миновала. Опасно было. Не, навес не получится, он не успевает за этим забегом. Все, господа, свисток. Мы побеждаем в этом матче счетом 5-0. Но в первом тайме все это случилось. Вопросом, однако удалось это сделать только... части Лиги Чемпионов. По итогам игры чутка не хватило. Чутка ему не хватило, чтобы сделать покер. Да, но не стоит забывать, что не все игры сыграны. И еще будет... Хороший по задумке пас. Великолепный проникающий. И это гол! Выходят они вперед. Отлично сыграли. И ничего удивительного. Они умеют... Так, это мы все прекрасно видели. Общие сведения у нас 0-5 по голам, ударов 7-11, удар створ 2-7, владение мячом 46-54, по мячу 5-4, нужен 0-1, травма 0-1, офсайд 1-0, угловые 2-3, точно да, 28-58%, тоже пас 81-85, только у нас матч произошел. Ну давайте пойдем в пресс и пообщаемся. Just a couple of questions for you.
Так, сегодня у нас был шанс досрочно оказаться в Лиге Чемпионов. Да мы по-любому уже попали. Победа сегодня ускользнула от нас. Я верю в мою команду, задачи поставленные, мы ее выполним. Чего? Почему так и не вышел на поле? Какое время? Что за бред? Матч, моя задача выиграть, и для меня амбиции команды важны всего. Не на каждый матч нужно так. Оформить хет-трик, что кажется, в игре, короче, нам не дали того и сделали того, бля. Какой мы шанс-то потеряли, какой? Прекрасная игра, скажем. Сегодня был неудержим, такие игроки способны решить исход матча, сегодня как раз его случай. Спасибо, все вопросы дальше к концу. Я не понял, что забыл за вопросы, что забыл, какую-то непонятную ситуацию, то, что он там так и так сяк. Так, господа, давайте тренируемся. И что у нас? Повышение никто у нас не получает, очень жаль. Так, что у нас здесь? Я действительно ценю, что вы выслушали меня. Это вдохновляет. Так, кажу с тобой. И что-то по новостям. Задание выполнено. Какое задание выполнено? Как мы осуждаем новый сезон фэнтези, так просто явление. Ну, понятно, там по зарплате, скорее всего, не выполнил, да? Ну и фиг с вами. Так, у нас на 5 очков разница. Но при этом 5 очков разницы мы очистим, на это не играл. Так, ежемесячный отчет по нашей молодежи, да, наверное? Да. На травм на 7 дней кто-то у нас травм получил, я даже читать не буду об этом. Пропускаем еще 2 дня. Я так понимаю, они в другом моменте будут играть, потому что последний тур это предпоследний. Ну ладно, значит пока на 100 очков. Так, что у нас вообще есть? У нас обновление по поводу наших... Кого мы ищем, да? Ну ладно, давай тебя переведем. Фиг с тобой. Нет, это я не буду. 17 лет тебе. Еще не факт, что ты так вырастешь. Там, видишь, потенциал 59 по 79. Да, потенциал у него хороший, высокий, замечательный, про 92. Ну, вряд ли он так вырастет. Все, это мы посмотрели. Так, на состав Астон Виллы. Все-таки у нас травму получил, да? Очень плохо. Так, Сака, где ты у нас? Вот он. Как ты у нас здесь? Ты опорник тоже у нас меняешься. Странный защитник у нас тоже идет отдыхать дальше. На 7 дней, скорее всего, он получил травму. Чего, блин, за сегодня замучили меня? Так, здесь понятно. Ну все, такой состав у нас будет играть. Исак у нас наконец выходит на поле. Ну, конечно, не на наконец. Ну что, господа, у нас впереди Астон Вилла. Мы выходим на поле, но при этом мы не увидимся, ну не будем целый матч у нас. Мы увидимся в конце этого матча. На лучших моментах. Ну что, господа, мы снова здесь. Давайте посмотрим это матч. Вот видите, все самое интересное. Почти все 4 раза было интересные моменты. Все в втором тайме. Первый тайм был трудный, непонятный тайм, можно так сказать. Ну что, промок на 58 минуте, который был шанс забить нашему игроку. Ну, это слишком большой промок, можно тут ничего тут не скажешь. Ну, это слишком далекий. Так, на 60-й минуте мы все-таки открываем, наконец-то, гол. Опасно тут может получиться. Цап у нас забивает гол, хороший пас от нашего нападающего. Команда доминировала, так что этот гол был просто вопросом времени. И наконец он состоялся.
Дальше Прок на 75-й минуте. Давайте посмотрим, как это происходило. Это нашего соперника Астон Виллы. Хороший был удар. Насколько он близко был к воротам, я не вижу отсюда. Тут, может, покажется хорошо. Нет, слишком далековатенько. Ну, шанс был у Астон Виллы. И гол на 90 минуте, просто уже сами зажали и решили, дайте попробуем. Я только ударил здесь и рикошетного мяч. Да, вы это прекрасно слышали, и сейчас вы можете даже увидите, это прекрасный был рикошет. Вот тут прям будет видно. Опа. И мяч залетает в ворота. Я просто уже ударил наугад, потому что уже время заканчивается матча. 1-0, уже 3 очка у нас в кармане. Чтобы не попробовать ударить под конец матча. Вот мы ударяем и получаем себе гол. За счет 2-0 побежаем в этом матче. Общее сведение у нас 2-0 по голам. Ударов 7-2, удар в створ 5-1, владеем счет 63-34. Отбиваем счет 4-8. Офсайды 0-2, угловые 2-1. Точный удар 71-50%, уже пазл 87-88, точнее. Ну давайте пообщаемся с прессой. Посмотрим, что это за глупость, они меня спросят, насколько мы будем хороши. Тут Манчестер Юнайтед побежает Арсенал в Лондон. Получается, Арсенал у нас отдаляется, а Манчестер Юнайтед остается на приблизи к нам. Так, Портсмут не проигрывает уже в премьер-лигах в играх. Как вы думаете, продолжится серия? Как минимум, следующий матч это ничья, так что нам вполне по силам продлить серию. Так, по сравнению, Астон Вилла является более сильной командой. Вы подтвердили и забили 2 гола. Сомнения в победе? Я знаю, что способна наша команда, и нет, у меня не было сомнений в нашей победе. Парни снова себя привели, и теперь у нас болельщиков будут новые причины поддерживать наш. Спасибо, все вопросы дальше к концу. Ну что, господа, тренировочка. Ах, не туда. Тренировочка у нас. И будем уже заканчивать. Если посмотрим турнирную таблицу, что там у нас вообще происходит. Так, что у нас в турнире таблица? Пока у Манчестер Юнайтед остается от нас на 5 очков, но при этом тут Арсенал уже, ну, уже запасная игра у Арсенала есть. 4-3 место еще пока у нее тоже есть. Но при этом Эвертон, ну, приближается, но пока ничего не сделает. Ну и Арсенал тоже нам уже не соперник, ну точнее. Вообще за 2 тура возможно проиграть, если мы проиграем 2 тура, и возможно нас выгонят и на 3 место. Ну, Эвертон точно это не получится уже. А у Арсенала есть шансы, но небольшие. У Манчестера есть шансы вообще нас догнать в данный момент. Если они побеждают в этом дополнительном матче, они от нас будут отставать всего лишь на 2 очка, господа. Сейчас на 5. Это ничего такого не изменится. Так, тут Манчестер Сити вообще у нас в Лиге Европы может играть. Лестер Сити тоже. Ну ладно, посмотрим, что будет. У нас последние 2 тура, господа, остались. Это 37-38. Мы их поделим на 2 серии, можно сказать. И посмотрим, когда мы выиграем чемпионат. Или вообще не выиграем, окажемся на 2-м месте. 2 матча, может чего угодно случиться. Но я очень желаю выиграть чемпионат. Ну что, на этой ноте мы остановимся. Увидимся в следующей серии других поражений. Всем удачи вам, пока. Прежде чем я не ушел на запись. Значит, я не закончил запись. Давайте посмотрим, что у нас тут. Да, 8 место наш второй нападающий поднимается. Второе место занимает. А что, в данный момент у него конкуренции нету. А голов у него уже был. Но я думаю, вряд ли он поднимется до первого места. Это нереально за 2 матча. Это надо забивать очень много голов, а это вряд ли это получится. Ну ладно, на этом ноте мы заканчиваем. Увидимся в следующей серии и других прохождений. Еще раз я с вами прощаюсь. Всем удачи вам и пока.